на бархатцев F1 русский размер бриллиант, смесь используют для создания ярких больших цветников в саду. Для получения качественной рассады высевают их в марте, апреле. Всходы появляются через от 7 до 14 дней. Пересадку сеянцев на постоянное место проводят в мае, июне. Это уникальный сорт, который достигает высоту до 100 см. Цветет однолетник с июля до сентября. Соцветия полностью обсыпают кустик и радуют огромными размерами. Диаметр цветочков 14 см. Окраска лепестков различная, желтая, красно-оранжевая, оранжевая, светло-желтая. В уходе растения неприхотливо. Бархатцы гибридный бриллиант это травянистый высотой 100 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка смесь окрасок. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.